Кира, в декабре. Когда мне такое нужно? Да. Третье место заняли в турнире Максим Тягин. Он обязается дипломом и ценным призом. Антон Калашников. Он обязается дипломом и ценным призом. Второе место занял Богдан Шугалей. Получили диплом и ценный подарок. И первоместный победителем турнира стал Олег Галушко. Награждается дипломом и ценным призом. На этом турнир считаю закрытым.